2016 году реализованы два крупных проекта в сфере культуры. 14-й международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» и открытый фестиваль народного искусства «Хранители наследия России». Проводились традиционные творческие, театральные и музыкальные фестивали. Широкое распространение получили механизмы социального партнерства. 10 некоммерческих организаций в сфере культуры и работы с молодежью получили поддержку в форме целевых субсидий из местного бюджета. В творческих коллективах клубных учреждений участвовало около 9 тысяч человек. В учреждениях дополнительного образования детей обучалось более 2 тысяч человек. Количество детей, занимающихся в творческих коллективах и учреждениях дополнительного образования, могло бы быть гораздо больше при наличии помещений. 1 сентября прошлого года на встрече жителей Красногорска с губернатором Московской области Андреевичем Воробьевым был поставлен вопрос об отсутствии собственного здания муниципальной специализированной хореографической школы вдохновения. В настоящее время принято решение о строительстве школы в микрорайоне Изумрудные холмы за счет инвестиционных средств. В прошлом году начата реализация проекта по реконструкции фасада здания Дворца культуры Подмосковья с обустройством прилегающей территории. Впервые за много лет администрация приступила к реализации проекта по изменению функционально-художественного облика районной библиотеки. В прошлом году проведены работы по ремонту фасада входной группы. В 2017 году планируется благоустройство территории перед зданием библиотеки. Сквер перед библиотекой должен стать местом притяжения наших жителей.